В Севастополе прошел 10-й заплыв любителей зимнего плавания. На городском пляже в Парке Победы собрались больше 150 участников из городов Крыма. В рамках акции «Быть здоровым – это модно» пловцы преодолели три дистанции – 25, 50 и 200 метров. Команды разделили по возрастным категориям от 16 до 60 лет. Для победы необходимо как можно быстрее проплыть выбранное расстояние. За временем, соблюдением правил и техники безопасности следили судьи. К зимнему заплыву присоединились и курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Прекрасные ощущения. Вода в обливании – это очень полезный инструмент для закалки, для бодрости духа. А как известно всем, в здоровом теле – здоровый дух. Мы это делаем каждое воскресенье на наших мероприятиях. Приезжайте в Севастополь. У нас очень ярко, очень весело.